Добрый вечер, судари и сударыни. Приглашаю вас в наш русский дом. На днях мне довелось побывать на Прохоровском поле, там, где прошло, как вы знаете, знаменитое танковое сражение Великой Отечественной войны. Так вот, буквально несколько месяцев назад там ничего не было. А сегодня? Сегодня я увидел, как возводится звонница, памятник и храм Петра и Павла в память погибших на войне. Вы знаете, и вот о чем подумалось в этот момент, когда я смотрел вот на эти два сооружения. Что многие из нас занимаются пустословием, занимаются словесными дебатами, занимаются выяснением отношений, тогда как другие люди делают дело, возводят храмы, памятники, возводят дома, строят, обустраивают Россию. И там мне рассказали одну притчу. Мальчик запряг собачку в тележку и пошел по улице. Около одного из прохожих собачка остановилась и залаяла на него. Прохожий испуганно отскочил в сторону, а мальчик сказал: «Не бойтесь, она вас не тронет. Она лает, потому что хочет отдохнуть. Ведь лаять легче, чем вести груз». Правда, согласиться нужно, что лаять легче, чем нести груз. Для этого ведь не требуется ни мудрости, ни душевного напряжения, не требуется ни сил, ни молитвы, ни бессонных ночей, ничего не требуется. Ни о чем не нужно думать, нужно только лаять. И когда задумаешься об этом, и когда посмотришь, как и что вокруг нас делается, то мне кажется, что как много, к сожалению, среди нас, христиан, людей, которые выбрали вот это легкое дело – лаять. А ведь история наша состоит не из лая, а из дел, больших и малых. И именно делами родителей земли русской и славна наша история. Июля 1698 года укрощен стрелецкий бунт, причиной которого послужила борьба между двумя группировками за право определять дальнейший путь развития страны – старорусский или западный. После подавления мятежа Петр I организовал и возглавил Великий розыск. Было казнено более 1000 стрельцов, 600 отправлены в ссылку, расформировали полки, которые даже и не принимали участие в беспорядках. Так в истории России была пресечена попытка отстоять самобытный путь развития государства. 1 июля 1868 года подписан мирный договор между Россией и Бухарой. Это стало возможным после нескольких вооруженных столкновений в этом регионе. Эмир Бухарского царства вынужден был отказаться от Самарканда и других владений, уже занятых русскими войсками, и обязался обеспечить Бухару свободный доступ товаров на льготных условиях. В
2 июля 1807 года у Афонской горы эскадра вице-адмирала Синявина одержала значительную победу над турецким флотом, который даже численно превосходил российский. В этом сражении противник потерял 3 линейных корабля, 4 фрегата, 1 корвет. Было убито и ранено более 1000 человек, почти столько же попало в плен. Эта победа бесспорно упрочила положение России в Средиземном море и вынудила Турцию подписать перемирие. Июля 1839 года в России учреждена первая обсерватория. Она была построена по проекту архитектора Александра Павловича Брюлова, а первым директором ее стал академик Василий Яковлевич Струве. Обсерватория была оснащена довольно прогрессивным оборудованием и, в частности, 38-сантиметровым рефрактором. Она была предназначена в основном для наблюдения и определения координат звезд. Здесь же велись работы по географическому изучению территории России и развитию мореплавания. В настоящее время ведутся широкие научные исследования в различных областях астрономии. 3 июля 1563 года между Россией и Англией был заключен первый торговый договор. Вначале он предоставлял большие льготы, возможности купцам обеих стран. Правда, некоторое время спустя рамки сделок, в общем-то, выгодных, были несколько ограничены, и заморским гостям уже строго предписывалось свои товары продавать в основном в больших портах и только оптом. Михаил Дмитриевич Скобелев родился в 1843 году в Петербурге в офицерской семье. Он блестяще окончил военную академию генерального штаба и принимал непосредственное участие во многих походах и сражениях в русско-турецкой войне, где проявил смекалку и личную храбрость, заслужил уважение и значительную известность среди солдат и офицеров. Способный дипломат, дальновидный политик, талантливый военачальник, он немало сделал для укрепления своей державы и помощи славянским народам. Не случайно в Болгарии его именем названы улицы, площади и парки. А вот в России стали забывать про легендарного генерала. Умер он 7 июля 1882 года. Да, трудно не согласиться, как многое к стыду нашему мы сегодня забываем, не помним. Вот забыли Михаила Дмитриевича Скобелева. А послушайте, как писали о нем тогда газеты, писали о нем, вернее, о его загадочной смерти. Это был русский военный гений с русским сердцем, с той широкой русской душою, какую создает подчас беспредельно широкая Русь. Смерть Скобелева тогда потрясла Москву, потрясла всю страну. Ему был установлен памятник в Москве напротив Моссовета. Сейчас на этом месте стоит памятник, как вы знаете, Юрию Долгорукому. Так давайте же спросим сами себя, что же мы вот так легко забываем, разбрасываемся нашим национальным достоянием, пренебрегаем им и в истории, и в искусстве, и в политике, и в науке. Этот портрет знаком нам со школьного детства. Он висел на стенах химических и физических кабинетов, приводился на страницах учебников. Мы привыкли к имени Менделеева, не задумываясь о значении его как ученого, гражданина, горячего патриота России. И вот теперь, когда величие страны погружается в пучину забвения, теперь Менделеев нам необходим вновь, как утес, противостоящий шторму, как оплот державы, как компас, подсказывающий нам верные направления пути. В этом году две юбилейные даты. 125-летие со дня создания им и обнародования таблицы знаменитой Менделеева, то есть периодического закона химических элементов, и 165 лет со дня его рождения. Кстати, наша страна в этот раз даже забыла отметить обе даты. Они уже прошли, но я рада, что мы хотя бы в этот год поспеваем с вами. Эта книга о неизвестном Менделееве. Химических работ у него малый процент из 100. И хотя у него 25 томов в его полном собрании сочинений, то можете представить, что основное это, он выступает в этих работах как мыслитель, педагог, эколог,
промышленник. Мало того, он обожал совершенно бескапитальных предпринимателей. И говорил о том, что бескапитальный предприниматель – человек, который еще не поражен болезнью алчности и злом капитализма. И он-то и сможет отдать все, что он получит от товара, опять назад стране, отчизне, народу. Книга, о которой идет речь, готовится к изданию в издательстве «Современник». Она продолжает сериал «Открытие судьбы» о выдающихся личностях и достижениях отечественной науки и техники. Замечательное, благородное дело. Вот только все труднее и труднее издавать книги. Невозможно без поддержки благотворителей. Но неужели книга о Менделееве, содержащая его жизнеописание, дневники, воспоминания близких, статьи, фрагменты книг, окажется неизданной, невостребованной нашим обществом? Есть ли в книге, которую вы готовите, какие-то материалы, которые до сих пор не публиковались, не издавались? Есть письма его к царю неизвестные. Вот, кстати, «Не надо бояться иностранных капиталов» – это его фраза из статьи царю, из письма, извините, царю, позже опубликованного. И в советское время опять не публиковалось. Что он имел в виду? В 90-м году, когда Россия имела твердый рубль, благодаря работе вышнеградского министра финансов, который одновременно крупный ученый, изобретатель теории автоматического регулирования, на котором сегодня, опять же, вся техника. Вот этот министр финансов вышнеградский привлек Менделеева и других наших светил, и они создали таможенный тариф протекционизмом нашей промышленности отечественной. И тогда, когда у нас страна поднялась, он сказал, теперь не надо бояться иностранных капиталов. То есть вот когда их не надо бояться. Сегодня нам, вот, в нынешней России, надо их еще бояться. А вот когда мы поднимемся, мы их не будем бояться. Тогда мы можем их привлекать. Менделеев – явление космическое. Диапазон его деятельности столь велик, что по силам только гению, осуществляющему Богом заложенную программу. Хотя, наряду с этим, его судьба – свидетельство стремительного развития России на рубеже 20-го столетия. И здесь нас тоже ждут открытия в биографии великого ученого. Задумайтесь хотя бы над тем, что Дмитрий Иванович был 17-м, последним ребенком в семье Тобольского директора училища. Какое было в те времена образование, какая тяга к знаниям, какой интерес к судьбе своей страны, к ее истории, ее будущему. И все это выразилось в личности Менделеева. У вас в книге очень много таких цветных картинок, это, по-моему, Лубок, да? Лубок. А почему это связано с Менделеевым? Ну, вы знаете, вот у него есть статьи о новых дворянах. Это очень напоминает сегодняшних новых русских. Так вот, этот Лубок, если можно его показать. Новые дворяне, Лубок. Это выходцы из крестьян зажиточных. Кстати говоря, крепостные крестьяне в 61-м году, выходя из крепостной зависимости, многие были так богаты, как, например, дед Чиянова, великого гениального экономиста, что тут же покупали заводы. Естественно, переодевались, и уже можно было носить не кафтан там и серьмягу, а уже одеваться как баре. И вот они, видите, так выглядели. Поехали сразу по Европам, кто-то стал производить, отсюда пошли внуки многих крепостных бывших, это и Прохоров, и Третьяков, и остальные, меценаты наши знаменитые. И Менделеева статья посвящена. А вот статья о новых дворянах, она так у него и называется. Ну, и что же он, как он их оценивает? А он как раз их призывает. Он уже видел, что они вдруг болезнью алчности поражаются. И он их призывает, да вкладывайте вы те средства, что вы сейчас получаете, в производство, как раз чтобы цвела Россия, тогда и вам будет хорошо. А если вокруг будут бедные и нищие, они будут завидовать вам, они будут вас грабить, они будут копить ненависть, и это будет взрыв. Они внимали призыву? Кто-то да, очень многие да. А новые русские пойдут таким же путем? Вы знаете, я кое-кого из них знаю, кто-то уже идет этим путем, кто-то задумывается, а кому-то еще страшно терять только недавно попавшись, буквально свалившиеся на него деньги. Нет, не случайно «Заветные мысли», книгу размышлений, которую ученый писал в протяжении всей своей жизни, называют заветом для будущих поколений. Что не статья Менделеева, то прорыв в сегодняшний день. И философия, и в практике. Статья «Как построить ветряки». А вот пособие современному фермеру о размере сельских угодий, исходя из количества содержащихся в хозяйстве голов крупного рогатого скота. Но главное – вера Менделеева в развитие русской промышленности, предпринимательства. Он говорил, что Россия без заводов и фабрик станет либо колониальным Китаем,
либо Римом, сокрушенным горской варваров. И он сам был практиком, предпринимателем, человеком дела. Являлся совладельцем нефтяного завода Русско-американского товарищества. И ныне здесь размещается Кусковский химический завод. А столетия назад это было одно из первых предприятий по переработке нефти. И вот Дмитрий Иванович Менделеев волей обстоятельств становится одним из первых экологов. Они загрязнили среду окружающую. А там, вы знаете, знаменитый парк Кусковский, и ныне живущий, благодаря, кстати, Менделееву. Потому что, когда их оштрафовали, Менделеев честно заплатил штраф и сел и написал две статьи. Одна называлась «Отбросы», а вторая – «Происхождение и уничтожение дымов». А теперь попробуем удовлетворить интерес тех, кто связывает имя известного ученого с не менее известным продуктом. Он впервые написал, что спирт и вода – это не простая механическая смесь. Это уже новый продукт. И формулу открыл фактически водки. И ему же принадлежат, это уже по преданиям, по воспоминаниям, как раз вывод, что именно 40-градусная водка полезна человеку, но в размере, это очень полезно сегодняшним послушать нашим многим любителям спиртного, полезна русская чарка, это 75 грамм. Остальное, что ты пьешь, уже уничтожает мозг, клетки мозга. Вот почему мы видим, хронические пьяницы из гения превращаются. Любое открытие, любая идея зажигала Менделеева, интересовала его лишь в той степени, насколько это соответствовало жизни общества, будущности России. Он был вне рамок нашего недавнего прошлого, хотя бы из-за своих монархических взглядов. Он был неудобен в прошлый век, говоря о русском пути, сочетающем прогресс и традицию. Может, поэтому так и не был выбран членом Российской академии наук, несмотря на членство во многих академиях мира. Может быть, поэтому к имени Менделеева нет должного уважения в наше время. Он предсказывал, что в 20 веке Россия будет процветающей страной с полумиллиардным населением. К сожалению, в единственном, в чем ошибся гений. Нас оказалось меньше. Но без Менделеева нам не обойтись, если мы хотим прорваться в процветающее будущее. И мы это сделаем, ибо Менделеев с нами. Андрей Леонидович, вот скажите, пожалуйста, почему так получается в нашей истории, вот как мы видим даже в истории, еще и дореволюционной истории, вот русским гениям очень трудно пробиться в жизни, к ним не прислушиваются, к пророкам в своем Отечестве? Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что сама природа России, она сложна. Но все согласны с тем, что Россия – это особый мир. Мир, который лежит между Востоком и Западом. И он ни в какие мерки, привычные мерки, он не укладывается. Поэтому, причем в самой России, в самом, так сказать, культурном генотипе, заложены и гены евразийские, и гены европейские. Нельзя считать, что западничество, скажем, чуждо нашим традициям, нашему менталитету, как это иногда можно услышать. Но нельзя отрицать и другие течения. Русь, она внутри себя такая многообразная, полихромная. И, видимо, человеческий мозг не может уловить вот эту вот сложность цветущую. Данилевский говорил о цветущей сложности социальных систем, культур. Вот сложность, видимо, достигает такого порядка, когда мозг все время старается ее упростить, что-то отбросить. Ну вот отбрасывали и Ломоносова. Вернее, отбрасывали и Менделеева. Да и Ломоносова тоже отбрасывали, кстати, да? Да, я не случайно оговорился. Вот, вот, знаете, Менделеев ведь все-таки принадлежал к числу людей, которые, ну, входили в официальный пантеон. При, так сказать, да. Вот, в недавнее время. Только ну, как назовешь, создатель да. периодической таблицы. Но только как создатель периодической таблицы. И полное собрание, так называемое, сочинение Менделеева, оно же вышло с купюрами. Так же, как, между прочим, и Ленина полное собрание тоже было с купюрами. То есть это, на самом деле, не полное собрание. И только сейчас мы можем во всем объеме представить себе творчество и гений Менделеева. И то, понимаете, не случайно как-то вот незамеченным прошел юбилей великого нашего ученого. Я думаю, что он и сегодняшней ситуации во многом не созвучен, а зря.
Вот смотришь наши молодые начинающие бизнесмены. Вот они учатся бизнесу, они учатся торговать, они учатся предпринимательству, учатся в колледжах, в центрах, по книгам учатся. Вот они подходят к лоткам. Что мы там видим? Сплошь западные руководства, экономикс и все остальное. Понимаете, это, конечно, правильно, потому что осваивать западный опыт надо. Но бизнес должен быть одухотворен идеей, иначе это простое накопительство. Вот русский бизнес всегда был одухотворен идеей, и эту идею старался дать Менделеев. Фактически у Менделеева мы находим философию русского бизнеса в период его становления. И этим он страшно созвучен нашему времени. Понимаете, он, в общем-то, реформатор. Это реформатор, который стоит у истоков индустриальной России. Но многие его мысли таковы, что он, в общем, стоит и у истоков новой России, которая нарождается, Россия, которая, я надеюсь, станет не сырьевой и не колониальной, а постиндустриальной. Он вообще по складу своему человек, близкий к торгово-промышленным кругам. Это свой человек в торгово-промышленных кругах, своего рода даже идеолог в некотором смысле русского капитализма. Он друг творцов русского экономического чуда, Вышнеградского, Витте. Но посмотрите, что он пишет о капитализме. Капитализм – это средство. Это средство другого, лучшего, не придумано. У него есть очень отталкивающие черты, и их надо смягчать. Смягчать их надо нравственной проповедью, смягчать их надо этически. И самое главное, вот мне особенно, что нравится в Менделееве, призывая к реформам, обосновывая реформы и планы реформ разрабатывая, Менделеев пишет и говорит о том, что есть одно важнейшее условие. Это условие может показаться каким-то, может быть, иррациональным, что ли, но, может быть, нашим реформаторам стоит вдуматься в эти слова. Он говорит, что условием реформ и успешности реформ в России является только одно – надо любить Россию. Вот если любишь Россию, тогда все получается. Если Россия рассматривается как полигон, как такая экспериментальная площадка, где можно вот одно сделать, потом не получилось, значит, другое можно сделать, вот, тогда ничего не получится. Андрей Ильич, а вот как вы думаете, вот Менделеев, он бы смог сегодня войти, ну, вот в ту элиту, которая сегодня у нас складывается? Я думаю, этот вопрос... На него не просто ответить, на самом деле, Александр Николаевич. По своему складу интеллектуальному, я думаю, он мог бы не только войти, но и возглавить ее. Вот. А вот по нравственному складу, я думаю, ему было бы неуютно, наверное, в нашей нынешней элите. Потому что это был человек честный. Никакого, вот скажем, те проблемы, которые у нас встают, я знаю, и у вас встают тоже. Проблемы... Просто люди охотятся за собственностью, отхватывают куски от живого, так сказать, организма государственного. И, конечно, в таком мире Менделеев не смог бы существовать. Возглавить это он бы не мог. А вот с точки зрения планирования, с точки зрения видения перспектив экономического развития. Видите, иностранный капитал привлекать, и это правильно. Россия должна стать открытой страной в 20 веке и в 21-м, тем более, она будет открытой страной. Но в то же время, прежде всего, выращивать отечественного товаропроизводителя. И, между прочим, кстати, Менделеев был идеологом экономической экспансии России. Он говорил о том, что в 20 веке, ну, в 21-м не заглядывал, конечно, в 20 веке народы должны жить в мире. И их соревнование будет экономическим. Вот в этом экономическом соревновании Россия должна уметь побеждать своих, ну, противников-конкурентов. Он прямо об этом говорил. Может быть, это тоже одна из причин того, почему Менделеев сегодня так вот неуютен и немножко, так сказать, не ко двору приходится. Как вы знаете, он много и интересно писал о нашем союзе с Китаем. Да. С Китаем, который он говорил, что вот именно с ним нам нужно иметь очень тесные отношения, и в будущем Россия и Китай покажут миру, как надо жить в мире, так будем сказать, и работать. Да, да. Но вот самое интересное, что сейчас все больше убеждаешься, что все-таки как мало мы знаем наше наследие. Мало знаем. Увы, вся история наша состоит из оборванных нитей. У меня такое вот впечатление складывается, что
много еще нам надо работать над тем, чтобы эти нити связать, восстановить, память историческую восстановить. Иначе просто трудно себе представить, как мы будем жить в будущем столетии. Ну что ж, спасибо, Андрей Ильич, за то, что вы к нам пришли в наш русский дом. Спасибо, что не забыли Менделеева, Александр Николаевич. Спасибо вам. Ненавистную рознь мира сего издревле преодолевает воззрение на Святую Троицу. Именно поэтому Международный фонд славянской письменности и культуры, призванный восславить и приумножить деяния святых братьев Мефодия и Кирилла, даровавших славянской культуре ее духовный оплот Слово Божие, предложил ознаменовать традиционное празднование Дня славянской культуры на стыке границ России, Украины и Беларуси торжественным возведением братского поклонного креста, освящающего наши земли и народы во образ Святой Троицы, единой и нераздельной. Освящение поклонного креста торжественно совершил высокопреосвященнейший архиепископ Брянский и Севский Мелхиседек. Освящается знамение сие крестное благодатью Пресвятого Духа, окроплением воды сие священного имя Отца и Сына и Святого Духа. Этот праздник очень важный нам сегодня. Это говорит о том, что хотя государства и разделились, но славянский народ, православный народ, он никогда не рассоединится. То, что сейчас произошло, это, конечно, не без Божьего благословения. Но этот праздник, он дает надежду, что мы, славяне, не должны иметь наций. Мы должны иметь единую крепкую веру, и все вместе спастись. Братский поклонный крест – всенародное обещание тому, что в год празднования 2000-летия Рождества Христова на этом священном месте воздвигнут будет храм во имя Святой Троицы. Звучат не случайно, как загадочна наша страна, так и имя загадка и тайна в этой жизни, а может и в той, под земною звездой и небесной, охраняет любого святой, не для каждого, впрочем, известный. Неделя вторая по Пятидесятнице, второе воскресенье после Троицы, большой праздник на Руси, день всех святых в земле российской просиявших. Среди этих святых 17 праведниц, 17 святых жен, чьи именины мы можем праздновать 3 июля в этом году, а вообще этот праздник, понятно, раз он отталкивается от Троицы, а значит и от Пасхи, переходящий. Церковь знала, а многие люди не знали, в продолжении былых святотатственных лет всех святых, что в российской земле просияли и на нашей равнине оставили свет. Охраняют нас лучшие жены России, их 17, монахинь, великих княгинь, Ольга, Софья, 4 всего Ефросинии, 3 Ульяны, 2 Анны. Поклонимся им. Но в этом перечне есть еще имена, о которых мы
расскажем, потому что часть этих святых жен, именинных, их праздник, отмечались издавна, а соборы Православной Русской Церкви 1988 года и 1992 канонизировали еще четырех женщин. Это Ксения Петербургская, это Мария, мать преподобного Сергия Радонежского. И две последние святые – это великая княгиня Елизавета, настоятельница Марфо-Мариинской обители, что на Ордынке в Замоскворечье, и Варвара, ее келейница, которая до конца разделила трагическую судьбу своей настоятельницы. Во всех странах, во всех культурах есть такие пары замечательные. Ну, Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, а у нас Петр и Феврония. Так вот, если Джульеттами в Италии называют сплошь и рядом, ведь, наверное, не осталось ни одной Февронии на русской земле. А это замечательное имя. Все-таки как переводится там день умиротворения или день еще как-то с латинского языка. Образ Февронии мне чрезвычайно близок. Так получилось, что в начале своей научной деятельности я работала непосредственно с житием Петра и Февронии. С тем списком жития, который был выполнен блистательным русским художником, самоучкой, создателем рукописных книг Иван Гавриловичем Блиновым. И он попытался в этих книгах воплотить образ Февронии, образ Петра и Февронии, воплотить образ незабвенной любви, образ прекрасный, создать образ прекрасной русской семьи и пронести и донести этот древний образ до наших дней, показав всю красоту и чистоту любви Петра и Февронии и, естественно, показав мудрость русской крестьянки, принесшей и даровавшей мудрость крестьянства своему мужу. То есть именно через князю Петру. То есть она оказалась и мудрее, и благороднее, и добрее, наверное, чем князь Петр сначала. И вот эти качества – доброта, любовь, уважение, понимание – она, наверное, ему как-то передала, что они в любви и согласии прожили всю свою жизнь и умерли в один день, и похоронены были в одном гробу. Давайте перекинемся в 20 век. Как известно, что последние святые – это Елизавета и ее сподвижница Варвара, две святые. Вот меня потрясает путь вот нашего православия от княгини Ольги, первой нашей святой, которая была достаточно сурова и злопамятна, если мы вспомним, как она отомстила за смерть мужа Игоря. Вот. До Елисаветы, последней нашей святой по времени, которая простила убийц мужа. Она пришла ведь к Каляеву в камеру и простила его, и даже просила там покаяться, и просила перед государем-императором, чтобы его помиловали. Для женщины одно из важных качеств – это умение прощать. Ведь княгиня Ольга отомстила за мужа, еще не приняв христианство. Она обратилась в христианство после. Понимаете? И войн уже не вела, кстати, а занималась только государственным устройством, конечно, когда она стала христианкой. Да, да. Больше всего ведь у нас святых Ефросиний. Мы когда делали передачу о редких именах, мы говорили, что это имя ушло из обихода, а имя замечательное, означает веселье, радость. На втором месте три Ульяны у нас святых. И Ульяне, ну, значит, Ульяна по-русски. Почему вот Ульян не осталось? А последний, на который я помню, это Ульяна Громова, Уля, молодой гвардии. У меня такое ощущение, что имя Ульяна очень хорошо прижилось как-то на Украине. И действительно, имя там до сих пор встречается. Вот когда ездишь на Украину, это встречается. Но ведь вы не забудьте о том, что еще было несколько святых под именем Анна. А имя Анна осталось и чрезвычайно популярно. Сейчас и именами Аня называют девочек и очень много. А ведь у нас сколько было подвижниц с именем Анна? Анна Кашинская, жена Ярослава Мудрого, Анна, она тоже благочестивая княгиня Анна. Да. О возвращении имен судить трудно, но сейчас есть такая тенденция. Я знаю несколько человек, которые своих дочерей назвали Просковьями. То есть имя чрезвычайно красивое и редкое.
Вот, имя Варвара возвращается в нашу жизнь. Сейчас так остро стоят все национальные вопросы, но ведь одна из последних наших святых, она ведь вообще была даже не по крови-то не русская, немка, внучка английской королевы. И вот когда в 18 году, перед тем, как ее арестовали, ей уже Мирбах сделал визу выездную, она говорит, за что же я прогневала Бога, если вы меня хотите из России вывести. Я только знаю одно, что человек, который жил в России и, в общем-то, всю свою жизнь посвятил России, он, наверное, должен был себя ощущать настоящим русским, как был когда-то Владимир Иванович Даль. И хорошо, что наши зрители имеют возможность, Елизавета или Варвара имеют возможность поехать в Замоскворечье, постоять на Ордынке напротив Марфо-Мариинской обители, что мы можем поехать в Суздаль, поклониться Ефросинии Суздальской, что мы можем поехать в Муром, мы можем поехать в Хотьково, где покоятся мощи Марии, матери Сергия Радонежского. И 3 июля все эти имена могут отмечать свои именины и должны обязательно поклониться хотя бы в душе своим святым, великим святым женам Руси. Ради вечной надежды своей вспоминайте судьбою хранимых имена самых верных друзей, даже боль приносивших любимых. Имена, имена, имена в этой жизни звучат не случайно, как загадочна наша страна. Вот так и имя, загадка и тайна. Имена, имена, имена. А сейчас, уважаемые телезрители, я хочу вас познакомить с нашим гостем, гостем Русского дома, сотрудником Государственно-правового управления администрации президента Российской Федерации, полковником Федеральной службы контрразведки, кандидатом юридических наук Павлом Григорьевичем Поздеевым. Павел Григорьевич, вот какая тема вызвала необходимость пригласить вас в наш Русский дом. Сейчас много споров и разговоров идет о законе, вернее, об указе по борьбе с преступностью, указе президента. И вот так случилось, что как-то он так неожиданно оказался связан с нашей деятельностью. Вчера у нас было правление Всероссийского фонда культуры, и мне даже там сделали замечание, что ж вы, говорит, в своих передачах не рассказываете о делах нашего фонда. Вот. Но придется рассказать. Вот было правление... Фонд, довольно сложная ситуация в нем, там идут всякие дрязги уже определенное большое время. Но вот воспользовавшись этой ситуацией, некоторые люди взяли и решили, как говорится, захватить власть. Решили захватить власть, при этом вот на всем правлении заявив, что если вот так дело все происходит, то тебя, Крутов, мы убьем, ты будешь убит. А все остальные, ну, мы посмотрим, что сделать. И, как говорится, от слов все перешли к делу. Здание захвачено, поставлена охрана, сотрудники не пускаются, а те, кто есть, отключены телефоны и не разрешается выход из этого здания. Вот указ президента, и вот эта ситуация. И что самое интересное, вот эти угрозы об убийствах, и о всех прочих делах, о связях различных, исходит, как вы думаете, от кого? От сотрудника, бывшего сотрудника КГБ. Вот ситуация. Как можно применить указ президента в этой? Вот давайте так вот посмотрим на, как говорится, на примере вот нашего вчерашнего события. Ну, во-первых, насчет бывшего сотрудника КГБ. Вы знаете, в семье не без урода. То есть возможно, что, конечно, этот человек ранее работал, когда-то он исполнял государственный долг, а сейчас, оказавшись, вот видите, в других структурах, может быть, он и вступил в противоречие с законом. Так что, конечно, теперь наша организация, в которой я работаю, конечно, никакой ответственности, в том числе и морально, не несет за людей, которые вступают в противоречие с законом. Во-первых. Во-вторых, какие мысли навевает вот ваш пример? Очень прискорбно, что тот беспредел, который царит вот сейчас на наших улицах, в нашем обществе, проник и в такой уважаемый, и где-то, я бы сказал,
святое учреждение, организацию, как фонд славянской письменности. Так ведь он называется? Всероссийский фонд культуры. Фонд культуры. Ну, можно высказать только самое глубокое сожаление, что мы дошли до жизни такой. Во-вторых, вы знаете, здесь очень такое есть большое искушение навести порядок. То есть как-то сейчас создать группу людей, которые захватят это здание, и там будет вот сидеть уважаемый Александр Николаевич и другие уважаемые, искренне уважаемые мною люди. А тех людей, которые вот посягнули на ваши права, они как-то их оттуда вышвырнут. Я боюсь, что это будет так, понимаете, потому что если это будет так, то это будет очень серьезный залог для того, что так будут поступать другие. Ни в коем случае гражданам нельзя доходить до того, что заниматься самоуправством, заниматься, значит, вот разборками. С этой начинаются разборки. Разборки начинаются с желания навести справедливость. Как финансовую, так сказать, так или просто моральную какую-то справедливость. С этого начинаются разборки граждан, между гражданами. И так можно дойти до беспредела еще большего, можно дойти в конечном итоге, может быть, до всеобщей вакханалии, до гражданской войны, если люди возьмутся сами за оружие. Не дай бог. Поэтому я убежден, я государственник по своему, так сказать, вот, внутреннему состоянию, государственник. Я убежден в том, что подобного рода, скажем так, разборками должны заниматься специально созданные государством специальные подразделения, специальные органы, в данном случае органы милиции. И я думаю, что апеллировать нужно только государственным органам, правоохранительным органам, в данном случае органам внутренних дел. Ну, в данном случае я полагаю, что если там речь идет о такого рода серьезнейших угрозах, о, как вы сказали, о зачатках каких-то некоторых организованных действий, то есть организационных действий, то, может быть, здесь и привлечь уже подразделение Федеральной службы контрразведки. Я не исключаю такой вариант, потому что вопрос и случай очень серьезный. Скажите, пожалуйста, вот указ президента, как вы расцениваете, как он может действовать и почему он вызывает такие споры? Да, вы знаете, на удивление вызвал серьезные споры даже, казалось бы, ну, в самых неожиданных кругах. В частности, демократический выбор России вдруг очень остро и резко выступил против заявления директора Федеральной службы контрразведки Сергея Вадимовича Степашина. Степашин сказал фразу, так сказать, не более как... что он за ущемление прав граждан, если речь идет об ущемлении прав преступников и бандитов. И некоторые круги, видите, так сказать, в этом усмотрели зародыш ущемления прав человека. Но ведь речь идет о преступниках и бандитах, то есть о тех людях, которые нарушили закон, которые посягнули на закон. Давайте обратимся к нашей Конституции, одобренной Всенародной Конституции. Ведь там совершенно четко говорится, что лица, нарушившие закон, попирающие закон, их права могут ущемляться. Давайте прочитаем Уголовно-процессуальный кодекс, который никто не отменял. Весь этот кодекс посвящен описанию того, как ущемляются права тех, кто нарушает наше законодательство. Поэтому Степашин не более чем, так сказать, процитировал основные положения из наших основных законов, не более того. Что еще по этому указу хотелось бы сказать? Понимаете, бывает в жизни страны, в жизни любого государства какие-то моменты, когда просто нужно действовать экстраординарно, выступать с какими-то очень серьезными, неотложными мерами, которые могут как-то стабилизировать ту или иную ситуацию. В данном случае идет речь о том, что в нашем государстве в силу совершенно закономерных социальных, экономических причин пошатнулись устои. Экономика перестала быть четким механизмом. Она, конечно, будет этим механизмом, но пока такое положение нет. И прежде всего нравственный устой. Да, нравственный устой тоже, естественно, вслед за этим, потому что бытие определяет сознание, старая философская формула, которая во всех случаях права. Бытие — это наша экономика, а сознание, так сказать, это то, что от нее производно. Видите, сознание тоже пошатнулось.
Если, так сказать, нет стабилизации в стране экономической, значит, идет деградация уже всех остальных институтов общественной жизни, в том числе, конечно же, и нашего правового режима в стране. Властные структуры в такой ситуации, когда нет четких законодательных основ, которые характерны для нынешней ситуации, властная структура тоже не справляется. И поэтому я рассматриваю этот указ просто как попытку нашей верховной власти стабилизировать ситуацию, как-то помочь людям защитить самих себя от бандитских проявлений и проявлений организованной преступности. То есть гарантировать, вы считаете, этот указ поможет гарантировать безопасность, ну, так сказать, законопослушным людям? Да, безусловно. Что еще хочется сказать? Ведь если посмотреть внимательно, то есть так вот как с юридическим глазом, что ли, то ведь на самом деле указ-то, он затрагивает и несколько даже повторяет уже нормы, которые сейчас прорабатываются, которые разрабатываются сейчас и в законодательном, и в законопроектах. Они на рассмотрении в Государственной Думе, в частности. И более того, в нем есть положения, которые вызвали некий ажиотаж, а которые уже действуют. Ну, в частности, можно сказать о том, что указ говорит о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы как доказательство. Но, извините, давайте прочитаем внимательно закон об оперативно-розыскной деятельности. Действующий закон, он уже принят, давно действует. Там это об этом четко сказано. Указ просто об этом четко совершенно говорит и констатирует. Там есть такая норма, как в этом указе, о том, что в некоторых случаях позволительна экспертиза до заведения уголовного дела. Но давайте рассмотрим наши некоторые острые ситуации, когда там идет крушение поездов, когда идет акты насилия. Действительно, еще уголовное дело не возбуждено, экспертиза вовсе ведется. Тем более там оговорка есть, что по постановлению прокуратуры. Павел Григорьевич, скажите, а вот как вы думаете, почему этот указ воспринят был нашей уважаемой Госдумой, ну, так скажем, в штыки? Я объясню, почему. На мой взгляд, конечно. Я высказываю только свою личную точку зрения, поэтому прошу к этому так относиться. Потому что, допустим, там есть такая норма, что период задержания лиц, задержанных на месте преступления, совершивших преступление, период задержания этих лиц может продолжаться до 30 суток. Ну, в прежнем законодательстве речь идет о трех суток. О трех сутках, и это мы все прекрасно знаем. Теперь 30 суток. Ну, конечно, делается это указом, должно это делаться законом. Но и, в общем, тут надо, конечно, поддержать где-то Государственную Думу, потому что это должно делаться законодательно, конечно. Но ведь давайте вспомним о том, что сейчас, например, на рассмотрение в Государственной Думе, и уже, в общем-то, насколько я знаю, этот тезис где-то уже одобрен Думой, что действительно такой срок будет продлен до 30 суток. Дума это рассматривает, и я думаю, что примет она эту норму, потому что иначе невозможно рассмотреть за трое суток важнейшее преступление. И потом президент как бы немножко, так сказать, вот опередил действия Думы. Я думаю, что здесь вступает в силу элементарно, может быть, какая-то ревность. Ясно. Скажите, пожалуйста, вы сейчас создали фонд. Как его название довольно длинное? Ну, немножко громкогласно звучит, конечно, что я создал фонд. Нет, вероятно, речь идет о группе лиц, которые вот предприняли шаги к созданию этого фонда, и, в общем-то, он создан. Речь идет о так называемом Гуровском фонде. Ну, все знают Александра Ивановича Гурова, человека глубоко мною уважаемого, который действительно много лет жизни посвятил борьбе с организованной преступностью. Сейчас при его непосредственном руководстве, ну и где-то, наверное, с моим участием и с участием многих других лиц, создан фонд под названием «Фонд содействия правоохранительным органам и специальным службам в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией». Такое длинное название, ну, коротко, если в скобках, то «Фонд Гурова». Я думаю, что так будет понятно всем. Задача его следующая. Ну, как вооружены наши правоохранительные органы, в том числе ФСК,
конечно, смотреть печально. Это убогое иногда воинство. Я вот сейчас был в Архангельской области в отпуске. Посмотрел, как, на чем ездят и чем вооружены милиция. Конечно, это действительно жалко на это смотреть. И поэтому задача фонда, чтобы помочь деньгами, помочь финансовыми, помочь техникой нашим уважаемым правоохранителям. Ну, а простым органам. Людям вы тоже можете помогать? Безусловно, конечно, да. Ну что ж, спасибо большое, Павел Григорьевич. Мы желаем удачи в работе вашего фонда. И вообще мы бы хотели, чтобы мы в своей России, на своей земле жили спокойно и делали дело, обустраивали нашу Россию. А сейчас, уважаемые земляки, я хочу вас познакомить еще с одной информацией. Вот в эти минуты происходит закрытие юбилейного сезона прекрасного русского оркестра «Баян» под управлением Анатолия Ивановича Полетаева, профессора, народного артиста России и СССР. Мы поздравляем наш коллектив, русский коллектив, который свято хранит свои национальные традиции, и предлагаю вам послушать его, одну из его работ. Всего доброго. Храни себя, храни. Колокольный звон над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Рай – это не сказка, не мир, не поэтический образ. Рай существует, и вот его точный адрес – Кипр. И вот фирма, которая поможет вам обрести этот рай – MIBS. Рай при жизни, рай на Кипре – это реальная сказка. MIBS.
Наверняка тот, кто воспользовался нашей рекомендацией относительно Кипра, убедился в том, что MIBS стоит доверять. Так вот, мы рады сообщить, что в июле эта фирма организует отдых в лучших отелях Греции. Каждый понедельник и среду рейс в Афины из аэропорта Внуково. Стоимость тура от $480, включая авиабилет. Прикоснитесь к истокам мировой цивилизации, почувствуйте волшебство солнца и морской прохлады. Путешествие в страну живого мифа – ваша сегодняшняя реальность. Телефоны 248-96-44, 248-96-45 и 248-96-46.